Окончательное решение по пакету документов по либерализации условий ведения бизнеса должно быть четко выверенным и полностью отвечать интересам страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, заслушивая доклад о выполнении поручений по стимулированию деловой инициативы. Условия для бизнеса обсуждаются на высшем уровне регулярно. В начале года глава государства создал рабочую группу, которая подготовила, по сути, кодекс об упрощении ведения бизнеса. Документ решает актуальные вопросы регистрации, проверок и административных процедур. Среди новшеств – уведомить принцип начала предпринимательства и система выборочных проверок. В Беларуси подводят итоги вступительной кампании. 1 сентября вузы примут 53,5 тысячи первокурсников. Наибольшими в этом году стали конкурсы по специальностям спортивно-туристская деятельность, дизайн и актерское искусство. План приема в учреждения среднего специального образования уже выполнен на 76%. Прием документов от абитуриентов продолжается. До 15 октября все вузы страны ждут иностранцев, поступающих по собеседованию. Семейное кино снимает режиссер кинохитов, заслуженный деятель искусства Вячеслав Никифоров. Главный герой – десятилетний сирота, в интернете занимается поиском родителей. В новой ленте в основном заняты белорусские актеры. На несколько дней основной съемочной площадкой стал детский дом в городском поселке Радашковичи. Премьеру снимают с минимальным бюджетом, но на современные высококачественные камеры. Сдать полный метр «Беларусь-фильм» планируют к концу года.